Екатерина Климова и сегодня исполнилось 42 года. Одной из первых ее поздравила мама Светлана Владимировна. В свой день рождения звезда сериала «Молодежка» показала трогательный ролик, который для нее создала мама. Видео состоит из фотографий Екатерины, от детских до недавних. Снимки плавно перетекают один в другой, демонстрируя, как взрослела актриса и превращалась из милого ребенка в красивую женщину. «Спасибо, мам! Спасибо, мир!» – написала Климова в Instagram Stories. Ранее артистка опубликовала фото с мамой. Поклонники отметили, что Екатерина унаследовала красоту от Светланы Владимировны. Сама Климова – многодетная мама. Артистка воспитывает четверых детей. От первого мужа, ювелира Ильи Хорошилова, кинозвезда родила дочь Елизавету. Сейчас девушке 17 лет. В браке с актером Игорем Петренко у нее появились на свет двое сыновей – 13-летний Матвей и 11-летний Корней. В 2015 году Екатерина родила дочь Бело от третьего мужа, Гела Месхи. В прошлом году они развелись. Накануне дня рождения Климова с детьми отдохнула на Бали. Вместе с наследниками она устроила красивую семейную фотосессию. На острове актриса также встретилась со звездными друзьями. Недавно актриса разоткровенничалась о своей личной жизни. Звезда призналась, что пока не обрела гармонию на любовном фронте.